народ, вы уже здесь. Всем привет. Сегодня мы готовим новогодний стол из подвала. Немножко, конечно, мы докупимся. Если кому интересно, что сколько стоило, я все сделаю в описании, и вы по этим ценникам можете прикинуть, во сколько у нас обошелся новогодний стол. Ну что, приступим? Видели, какая у меня новогодняя сумочка? Да, ребята, классная вот такая. Раньше делали вещи, я вам скажу. Ну а теперь давайте начинать затаривать эту сумку едой. Так, возьмем немного картошки. Картошка нам понадобится для пюре и для некоторых еще новогодних салатов. Новогодний стол мы будем готовить на двоих, поэтому еды у нас будет тоже рассчитано на двоих. Так, берем лук. Кому интересно, это я еще покупал в начале осени в Кировском районе на гараже на овощной базе. Возьмем одну большую морковку и один буряк. Ну и капуста, она тоже будет присутствовать в нашем рационе. На салат баночку горошка, 2 литра виноградного качественного сока, 2 зеленых и 2 красных яблока на десерт. Баночку огурцов и баночку помидор. Плюс еще салат из овощей и зеленых помидор. Ну вот мы и собрали небольшой тормозок. Сейчас отправляемся в магазин, немножко докупим некоторых продуктов. И уже встретимся на кухне. О, привет, друзья! Мы уже на кухне, ребятки. Вот мой тормозок. Немножко я зашел в магазин, прикупил некоторые продукты. Давайте посмотрим, что же я там набрал. Давайте теперь приготовим с этих прекрасных продуктов праздничный стол. Морковка, лук, буряк и картошка нам понадобятся для приготовления салата. Поэтому все это дело мы сейчас почистим, помоем и будем ставить на печку, чтобы отварить. Часть картошки мы будем использовать для того, чтобы приготовить салат, а вторую часть мы будем просто варить, чтобы в итоге сделать пюре. Берем куриное филе и промываем его. Сейчас мы тоже отправим его, чтобы оно варилось. Пока овощи и филеха у нас варятся, будем заниматься мариновкой крылышек. Берем соевый соус, соль и смесь перцев. И активно это все дело перемешиваем. Пока будем готовить салаты и все остальное, у нас замаринуются уже крылышки. И ставим на печку. Тем временем закидываем филе. Так, пока у нас вот это все дело варится, вот это ждет закидывания, мы сейчас начнем разделывать анчоусы. Предварительно их промоем. У нас уже вода кипит, поэтому сейчас будем закидывать овощи. Оставшаяся картошка у нас пойдет на пюре, лук в шубу и еще пару луковиц на зажарку для крылышек. Приступаем к разделыванию анчоусов. Кто ни разу не пробовал шубу с вот этой вот прекрасной рыбкой,
Рекомендую. Это что-то с чем-то. Для разнообразия, в общем. Вот и закончили. В принципе, для вас это прошло всего пару секунд, а для меня это очень долго было. Анчоусы готовы. Картошка с луком ждет свою очередь. Овощи, филе и яйца. Выключаем яйца. Заливаем водой. Начинаем делать шубу. Берем лук. И берем кружку с водой и кипятим воду. Снимаем кипяток, заливаем лук и добавляем столовую ложку уксуса. Ждем минут 10. И лук у нас готовый для того, чтобы его добавлять уже сверху анчоусов. Сливаем воду с лука. Тем временем выключаем филе, даем ему остыть. Филе у нас для мясного салата. И сейчас пару минут доходит картошка, морковка. Буряк немножко чуть побольше поварим. Режем анчоусы. И выкладываем их на тарелку. Это будет наш первый слой. Высыпаем лук. Вот такая у нас получается лепешка. Достаем картошку, морковку и буряк. Берем теперь картошку и на миленькой терочке натираем. Ну такая у нас получилась еще больше лепешка. Следующий слой у нас идет майонез. Дальше у нас идет морковка. Немножко майонеза. Дальше добавляем яйца. Желток мы оставим для того, чтобы украсить нашу шубу. А белки сейчас порежем. И засыпаем это все дело сверху морковки. Немножко майонеза. И сверху натираем буряк. Немножко красоту навел. О! Так-то уже получше будет. И натираем желтки. Вот такая у нас получилась красота. Еще небольшой лайфхак. Берете обычную салфетку. И вот тут по краям, где вы вымазали, просто вытираете. Либо еще вариант взять и пересыпать это все дело в другую тарелку. Ну, это уже на любителя. Вот, вроде бы стало намного приятнее и аппетитнее выглядеть. Согласитесь. Ну что, будем варить картошку? Вытягиваем филе на мясной салат. Бульон мы оставляем. Будем сверху поливать картошку. Начинаем жарить крылышки.
Так, пока масло разогревается, открываем горошек. А, ребята, чувствуете запах? Пахнет домашний. Высыпаем в миску половину. Высыпаем крылышки. Берем филе и нарезаем мелкими кусочками. Следующее, засыпаем горошек, режем 2 яйца. Высыпаем опять же сюда же все. И картошку. Она у нас хорошо разварилась, поэтому можно ее руками потолочь. В желудке все равно все перемешается. Берем банку огурцов. И достаем парочку огурчиков. Можно даже 3 небольших. А, смотрите, какой же он красавец. Съели бы? Пишите в комментариях, что бы вы с ним сделали. И нарезаем. Попки отрежем только. Поставь лайк. Напиши комментарий. Я все равно больше тебя не увижу. И высыпаем все в миску. Перемешиваем. И заправляем майонезом. Переворачиваем крылышки. Вода у нас закипела, поэтому добавляем картошку. Ну что, приступим к готовке следующего салата. Можно было предварительно сырок положить в морозилку, но так как я сразу приехал и начал готовить, времени не было. Ну ничего страшного, приготовим и так. И заправляем салат майонезом. Салата у нас немного. Кому надо больше, тот приблизительно пропорции уже будет знать. Открываем салат. Высыпаем морскую капусту. Завалялся у меня огурец в холодильнике. Ну и добавим мы капусту. Сделаем легкий витаминный салат. Ну вот и получился у нас небольшой праздничный стол. Давайте подведем небольшой итог. Все, что стоит на столе, это один из вариантов праздничного стола. Все зависит от бюджета, вкуса,
ну и настроение того человека, который все это будет готовить. Друзья, спасибо всем за поддержку, что досмотрели этот видеоролик. Сейчас мы поднимем тост этот за вас. Ну а вы присоединяйтесь, пробуйте, экспериментируйте, и у вас все получится за вас. С вами на канале был Виконста. До новых встреч. Пока-пока.